Приветствуем, дорогие зрители, с вами Деленый Котик, скажи привет. Приветик, Мел. Сегодня будем играть с нашим другом, хотя шучу, вообще его не знаю. Ладно, пацан, пока. Сегодня играем на Hypixel, и мы находимся в каком-то аркад-геймсе. Короче, вы уже знаете, где мы находимся обычно. Так, мы сегодня будем играть на каком-то новом режиме. Нам говорили, что мы ни разу не заходили на Ender's Bleef, еще какой-то Dragon Wars есть. И есть еще какой-то режим, там, что связано с какими-то криперами. Вот, Creeper Attack. Давай на Creeper Attack, вон, 0-2, видишь? Сейчас да, я напишу, 0-2. Все, я зашел. Там, по идее, что-то нужно как-то упинывать криперов. Режим с драконами у кошки что-то он лагает как-то, я не знаю. Может быть, что настроить там нужно. Кошка говорит, что она заходила, и там какие-то безумные у нее лаги были. Кошка такая сначала говорит, типа, о, посмотрите, типа, это мой кореш, подхожу, здороваюсь. Оказывается, вообще Мирикас развела меня. Так, о, вот с нами опять наши выходить. Подписчики играют. Так, слушай, 8 секунд до начала. Вот сейчас будет выходить, смотри. А что делать нужно, чем их упинывать? Просто сейчас тебе будешь что-то даваться. Я специально все это не смотрю, чтобы потом специально тупить. Вот, смотри, идешь, тебе дан меч. А в любое направление? Да, они со всех направлений. А где мой мини-котик? Так, все, вижу мини-котика. И ты тупо вот убиваешь его. И чё, вот я его убиваю. Из него выпадают разные там вкусняшки. Это типа, кто его убьет, тот и победил, или как? Честно, я не совсем понимаю, с него какие-то самородки выпадают или чё. Ну, не берутся вообще, никуда не взялись. Как-то вот так. Так, это по идее, мы должны всей толпой ушатывать, я так понимаю, всю вот эту вот хрень. И когда мы все-таки не сможем ушатать, что произойдет плохое? Так, пойди, сейчас отсюда пойдут. Главное, их не упускать, я так понимаю. Что за нафиг? Я ушатываю какого-то зомбака. Так, а ну-ка, зомби, сдохни. Какого-то? Тут одни зомби. Все, мы ушатали. Нет, тут зомби, криперы, еще какая-то фигня. Вот видишь, иногда сверху, с потолка начинают что-то где-то вот так вот моргать. Это знаешь, что это сопли какие-то зеленые? Ну да, это сопли, слизь. Не, ну серьезно. 18 коинсов нашей команде дали. А у нас тут еще разные команды? Ну, я не знаю. А, значит... смотри, тут справа наши ники, за что-то здесь кому-то что-то начисляется. Так, нужно убить зомби. Мне зомби, два. Зомби, ого, зомби, я зомби, умничка, зомби. Я умничка. Так, зомби, я убил зомби, отлично. Так, убить крипера, убить крипера. Так, мне насчитываются очки, не знаю, за что он насчитывается. Так, а ну, критуем. Так, ни очков не дали. Кошка на каком-то последнем месте, в общем. Какой-то зомби. Райт-клик, трейдер, что тебе купить можно? Айрон броня 150, бла-бла-бла. Слушай, все такое дорогое, безумие просто. Безумие. Так, а ну, крипер, иди сюда. Крипер, стой. Рукой лучше убивать, конечно. Рукой? Лучше, чем зачарованный мечом? О, я на первом месте, на втором. Так, мне вроде бы дали, нифига мне не дали. Слушай, они вроде бы на замоках качаются. За криперов что-то ни хрена не дают. Ну а тут посмотрел. Же не все криперы. Так, а ну давай, родите мне зомби. Где мой зомби? Где мой зомби? Круто, тут крипер не взрывается, мечта всей жизни. Почему зомби нет? Только что должен был. Ух ты, нифига себе, ты кто такой, давай, до свидания. За пацаном так, а бегает где вообще. Ты? О, этот Гомель, говорю. Гомель? Как его зовут? Ты голем, блин, железный. Гомель. Нормально вообще. Железный Гомель. Ну да, он бегает за парнем, он именно какой-то Гомель. Он еще тот. Воу. Через за мной ходит кошка, гобели нападают. Эй, иди сюда, криперенок. Кишак, помоги. За мной Гомель бегает. Нет, уже не бегает. Голем. Так а ну стой. Все. Ух, нифига. Я его ушатал, мне дали очки за него. Очки дали, короче, да. Хотел сказать, окулярчики, блин. Чаще, Гомель. Да, Гомель это гораздо круче, чем все остальное. Честно, я не хотела. Ну где что-нибудь крутое? Так, вижу, зомби, зомбоящер, давай. Зомбоящера ушатай. Опа, так, ну пошел. Давай. Слушай, давай. А жизнишка-то не восстанавливается, я заметил. Гомель. Слышь, Коша, что? Когда жизнь кончается твоя, то все? У меня жизнь не кончается. А вот это нет, я а не когда знаю. Она кончится, то все, рипчик. Воу, хорош. Так, у меня до сердечка. И что будет? Сопельный дождик. Ух ты ж, ёжики. Кошак, я, кажется, не знаю, мне кучу зерна дали. Нафига мне это зерно? Бьючус дает. А, слушай, я... А, нет, все, я отспавнился. Ты понял что-то? Да. Я, короче, сначала умер, потом я не умер уже. Так, значит, здесь, когда умираешь, что ты воскресаешь рано или поздно. Так, отлично. Так, а ну-ка, давай. Так, где? Эти гомели хочу... больше не бегают уже, все? Гомели. Так, что-то мне все повисло. Эти чертовы гомели. Да, то же самое. Эй, почините, верните нет, всех. Сейчас будет сейчас что-то.
Что-то сервак вообще лёг, я не знаю, какая-то фигня. Я уже почти побеждал, мне кажется, я побеждал. Ладно, еще один заход сделаем, тогда дубль 2. Либо бонусная серия. Так, давай лучше будем как-то без этих здоровенных, а то Никита жесткий вообще. Мне умирать вообще не понравилось. Там сверху я видел, еще какие-то бегали скелеты здоровенные. Надо бы попытаться из лука посандалить. Вроде бы лук должен быть довольно-таки крутым. Лук, инфинити, анбрекинг. Ну, довольно-таки вроде бы неплохой должен быть лук. Сейчас я постараюсь на ком-то его затестить. Так, давайте, так, а ну-ка проверяем на крипере, на носе. Да не, фигня полная. Ну так себе. Фраг может застилить получится. Так, ну давай, кому. И кому дали фраг? О, отлично. Нам всем дали по одному фрагу. Навсатый фиг. Так, а ну смотрим. Я пока на первом месте, потому что я на Д. Я на последнем. Так, а ну где? Вон еще один. Пацаны пошли его ушатывать. Давай. Не знаю. Все, кто стараются, те получают. Так, мне нифига не дали. Ну я же так был близок к этой победе. И либо нужно было стать в кучку этих наггетсов золотых. Наггетсов. Ну, золотые самородки, мать их так. Так, а ну где? Да вообще-то так, коинцы, пацаны. Ну, наггеты, самородки, забей. Так, ну. Так, а ну давай, стали в кучку. Я на втором месте, я на третьем месте. Ну, нифига мне не дали. Ну черт, надо идти где-то самому охотиться. Да? Иди отсюда, парень. Самому не получится, за тобой кубка этих... Да, губка Боба бегает. Так, а ну-ка, сейчас я замока ушатаю сам. Так, давай, зомби. Так, все, зомби ушатал. Где мои законные? Так, все, отлично, я получил. Так, зомби. Эй, это мой зомби, черт побери. Так, мой зомби. Так, мне за него дали? Мне за него ничего не дали, это мой зомби. Эй, нифига не дали мне за зомби. Какого фига? Так, а ну, пошел. Мой крипер. О, гомель. Где? Хочу. Так, ушатай. Давай. Да вообще непонятный режим, если честно. Непонятно, за что дают, за что не дают. Да, так, если нужно этого гомеля ушатывать. Что там? Да ладно, сами разберемся. Так, ну, парень. Да он жесткий, все, он пацана вообще просто ушатывает. Смотри, у него руки, как, не знаю, какие-то лопаты, ведра. Это стандартные руки, так, а ну-ка, зомби. Так, зомби. Так, ушатали зомби. Следующий зомби. Эй, мой зомби. Эй, кошка, мой зомби. Никаких кошек. Так, мой зомби. Вот еще два зомби. Так, еще зомби. Так, отлично, засчитали. Так, а ну-ка. Так, я на первом месте. Не знаю почему. Я не на каком месте. Так, слушай, зомбаков определенно круто шатать. Так, а ну-ка, сдохни. Так, сдохни. Сдохни, да, так, сдохни. Да, зомби это хорошо. Так, а ну зомби. Так, не, дали. Да, 9-7. Слушай, я рулю. А я где? Почему я меня нету? Так, отлично, чего отлично. Чего у него, кстати, можно покупать? Так, 9-8. Я не знаю, у меня, в принципе, есть какие-то Пройду очки. Пройду я у него купила. А сколько у тебя было денег? И можно... Так, ничего, нет, не надо. Да пофигу, я и так норм, я и так огонь. Фигня какая-то так, стоит. Так, ну получай. Так, ушатали. Давай, кошек, запинываем его. Запинываем, следующий. Давай. Какие мы, блин, требовательные, в голову не лезь. О, мини-кошка на последнем месте, о, ура. Я не на последнем, мне норм. Так, а ну, блин, всех перебили. Так, а ну быстрее, парень. Давай, запинываем. Так, запинываем. Где-то мини-кошка, я чувствую, что это мини-кошка. Нет, это не мини-кошка. Мне кто-то тырит фраги, я уже не на первом месте. Ну, парень. Так, ушатали. Где вообще мои очки? Я тоже был причастен к этой победе. Какого фига? А ну все рассосались. Так, давай, зомби. Так, что было печально? Я уже всех бью. Да что вообще происходит? Это какие-то куриутки. Какие куриутки? Это пигман где-то здесь бегает. Где этот пигман? А, вот вижу. Забить его. Так, ушатал, мне нифига опять не дали. Да какого фига? Слушай, я тоже участвую во всех этих сражениях. Голем. Чертов гули-гули. Ладно, постараюсь его ушатать. Так, ему гули-гули. Гули-гули. Давай, гули-гули. Ой, я умерла. Блин, кошака ушатали. Гули-гули убили. Так, а ну. Ой, это что, все, меня ушатали? Нет, ты сейчас появишься еще. Я появилась. Так, а ну, гули-гули в рекрате.
Так, гули, он гули, очень сильный, как же его ушатать? Так, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй, что-то мне не очень как-то снимаю. Радостно его ушатывать, если честно. Так, нужно что-то себе попроще искать на ушатывание. Так, вот, зомбака лучше ушатаю. Так, зомби, давайте убью. Зомби. Так, зомби. Зомби. Они спаунятся в одном месте. Зомби. Так, отлично. Я опять на первом месте. Зомби. У меня два сердечка, ёшки. Так, у меня пол сердечка, это вообще не круто, я горю. Какой-то светящийся крипер. Блин, я сгорел. Крипер светящийся. Ну, блин, дайте мне возможность их бить, пожалуйста. Я теряю первенство. Не теряй. Так, зомби. Зомби. Никого. Я не знаю, когда будет финал, через 7 секунд. Кого-то нужно убить. Кто-то нас фигарит, даже не вижу кто. Ну почему? Быстрее зомби. Какой-то малютка. Так, убил. Следующий зомби. Так, зомби. Во, откуда у меня полсердечка уже? Да кто меня ушатал? Каким чудом? Меня как-то быстро слили, что я даже прочехлил. Так, вижу, там летает люстра. Люстра чертова. Чертова люстра. Так, сдохни. Блин, где мой лук? Лук, я твой отец. Сейчас я люстру ушатываю. Так, люстра. Люстру ушатал, отлично. Где эти чертовы люстры еще? Нахуй ж люстры. Так, а ну скелет. Так, сдохни. Так, отлично, ушатали еще скелет. Так, а ну, получай. Так. Оп. Блин, фраги тырят, чувствую, тырят фраги. Зомби, пожалуйста, зомби, ты нужен мне мертвый. Мертвый и никогда не живой. Блин, я потерял уже первенство, вообще потерял. Сейчас целиком завалил за бока, мне нифига не дали даже. Так, кошак же тут добивает крипера, нужно поучаствовать. Так, а ну толпа. О, пигмент. Свинья. Так, а ну. Все, я умерла. Йо, как больно. Блин, опять ушатали. 19. Блин, я не буду на первом месте никогда. Быстрее. Где все? Можешь меня убить. Да как? Не знаю. Хрюкни, что ли? Просто убить. Просто хрюк. Кошку убил, все, выиграл. Так. Ушатали. Эти пигмены, конечно, сильные. Ну да. Пигмены. Они вообще пигмены. Не такие пигмены. Опа, малютка. На всю голову пигмены. Малюточка, иди, я тебе голову расшибу. Так, зомби. Зомби. Так, еще зомби. Так, быстрее. Так, а ну, зомби. Давай, зомби, сдыхай. Это мяско такое. Так, сдыхай. Так, 26. Быстрее. Что значит фраг стырили, голд фраг 515? Стырили. Не знаю, фраг стырили. Мне нужны срочно еще фраги. Не буду я его бить. Сами с ним развлекайтесь. Там два гомеля, кошка. Гомель! Так, крипер, мой крипер. Так, крипер, давай. Боже, давай, маленький. Боже, у него ласты как качели. Давай. Ты только мой, крипер. Только мой. И ничей больше. Давай. Так, крипер ушатал. Очко дали. Так, отлично. Зомби. Где зомби? Кошка, где зомби? Мне нужны зомби. Зомби должно быть больше. У меня тут такое мясо, если так, ты видел. Да я вижу, я сам участвую в этом мясе. Так, отлично, ушатали. Я на первом месте. Так, гомели. Ну, что-нибудь. Не хочу гомели ушатывать, это не круто, они жесткие. О, я им спину. Так, вот. Парень. Да не знаю. Так, ему-ка, убил. Так, ему мелкий. Мелкопузы. Так, отлично, убил. 29, я пока рулю. Так, еще один. Уже 30 у тебя, молодец. Так, давай. 31. И умер. Давай выиграй, ты. Да я стараюсь, давай, воскресни меня. Так, что произошло? Где все? Блин, не хочу этих, хочу вон тех. Так, а ну-ка, парень, я помогу тебе их убить, парень. Так, отлично. Воу. Чертов гомель. Он пришел и убил меня полностью. 32, у тебя быстрее, там у тебя какой-то фунтик лидирует. Так, а ну-ка, этого шатали. Так, сейчас, гомель. Не подходи ко мне, он мне хреначит, кажется. Не, это зомбаки меня ушатывают. Мелкий, мелкопузы, пошел отсюда. Да, гомель сильный. Я вообще не понимаю, что это за режим, какой-то наркоманский, если честно. Что там гавкает, боже мой? Не знаю. Гавкает, что ли? Ёшки, матрёшки.
нужно эти люстры поубивать. Там люстры летающие, они ушатывают всех. Так, быстрее. Сейчас. Кто победил? Я победил! Да, я победил! Офигенно! Очень спасибо, что смотрели. Для вас играли и комментировали Дееронный Мини-Котик. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, сгируйте на мой второй канал, на канал Мини-Кошки. Ссылки будут в описании. В общем, до скорых встреч. Всем пока-пока. Дим-дим!